Всем привет, это восьмая ночь моего выживания в игре Seven Days to Die. И эту ночь мы проведем дома. Никуда я особо лазить не хочу. У меня есть немного дерева, я постараюсь сейчас скрафтить, во-первых, немножко еще фреймов. Вот таких вот. Штук 10. И заделать брешь. Пока еще ночь не наступила. Немножко пораньше я начал. Еще до ночи, в общем-то, целый час. Но нам этой ночи может на самом деле и не хватить на все, что я задумал. Вот таким вот образом. Буду делать деревянные, особо заморачиваться тут я не вижу смысла. На два раза я их укреплю. Скрапа у меня все равно нет. Стоило, конечно, взять наш гвоздемет, но да ладно. Так вот. Так, и починить лестницу. Здесь было окно, но нам оно, в общем-то, не нужно. Лишняя брешь в обороне. Ни к чему. По 10 дерева уходит на один уровень. А какая будет прочность? Давайте проверим. 200 всего лишь, да? Всего лишь 200. По-хорошему, конечно, здесь нужен скраб. Бетона мне жалко на это дело. Вот видите, чинится и ремонтируется это дело бетоном. А после бетона там вроде бы идет сталь. Так, но здесь, пожалуй, нужно еще вот так вот поставить один фрейм. Вот, ну брешь мы худо-бедно заделали. Конечно, здесь вот еще нужно. Давайте-ка еще, наверное, штучек 10. Пока есть дерево. Вот это вот все заделаем. Хорошенечко заделаем. Конечно, если они будут настойчиво ломиться, то прогрызут это все. Но я надеюсь, что настойчиво ломиться не будут. Все-таки. Что им сюда ломиться, да? Для какой цели? Если я не буду так же тупо вылазить из дома, как я это делал раньше, то никто к нам ломиться не должен. Вот таким вот образом. Так, это бетон. Ну, отлично. И еще, пожалуй... Так, вот здесь почему-то кто-то пытался проникнуть. Смотрите-ка, вот здесь вот расковыряли. Пожалуй, я позже вставлю здесь дверь. Все-таки для того, чтобы, да, у нас... Ну, они ломились в эту дверь, и здесь я понаставлю кольев на входе, чтобы, ну, как бы у нас немножко была другая концепция нашего отсиживания. Ну а теперь мы приступим к самому интересному, то что я так люблю, крафту всякого разного. Нет, подождите, не так сразу. Ой, я загорелся, смотрите, об костер. Ха. Да. Надо обновить лестницу. Так, что-то я
не то сделал. Починить, то есть лестницу. Нам ее поломали довольно сильно. Так, вот так. Да, и фреймы, кстати говоря, фреймы тоже здесь лучше поставить. Так, ночь наступает. Наступает ночь, так. Я надеюсь, никто не придет прямо так сразу. Сделаю небольшой такой вот карниз для того, чтобы нам... Надеюсь, я не свалюсь отсюда. Заглядывать за угол, чтобы... Вот, ну, с этим пока все. Дальше по плану у нас идет сортировка барахла. Для этого нам нужны будут дополнительные ящики. А для этого нужны гвозди. Сталь забираем. Гвозди. Сколько мы можем сделать? 19. Ну, в принципе. Пересобрать бы пистолетик, но это позже, если успеем. Это я выкладываю. Лишнюю воду тоже я выкладываю. Семена алоэ вера нам сейчас не нужны. Пока что. Вот гвозди. Так, кончилось дерево. 6 секунд еще надо. Так, что у нас здесь? В принципе, можно уже покушать. Нормальной еды. Да нет, давайте нормальную еду оставим. Доедим вот это вот горелое мясо. Так, чаек пошел. Оно уменьшает вот гидрейшн, видим. Но у нас, благо, есть водичка теперь. В большом количестве. Чаек пока пусть здесь будет. Пока буду пить воду. Ну вот, отпились, отъелись. Чудесно. Выкладываем излишки. Теперь смотрим ящики. Например, вот ящик с едой. 10 гвоздей и 20 дерева. Но мы его закажем все-таки, да? И больше у меня на ящике такие вот тематические нет гвоздей. Ящик с едой мы повесим вот сюда. И давайте всю еду соберем, какая есть. Вот кто-то пришел опять. По-моему, долбится об наши шипы. По-моему, сдох кто-то. Ну, вроде тишина, ладно. Нет, не буду я нарываться сейчас. Не хочу. К нам никто, скорее всего, не залезет. Так, собираем еду. Еду, все, что есть. Может быть, я что-то, конечно, пропущу сразу, да, но
со временем все-таки все это рассортируется. Ну и вот котелок тоже в еду. Пустые банки тоже в еду пойдут. Алкоголь в еду. Еду и питье, скажем так. Вот заполнился у нас инвентарь. Выкладываем. Так. Ну, вот так. Отлично. Ну и простые. Я создам простые контейнеры. Парочку. Кстати, вот еще я не выложил. И кукурузу. Так. Здесь у нас будет лекарство. Лекарство оставляем, остальное забираем. Так, пока что скидывать я буду сюда. Сортировка — это такой процесс, да, нудный. Ну и вот это тоже. Оставляем только лекарства. Лекарств у нас мало, кстати говоря. Целый ящик, наверное, слишком жирно выделяет под лекарства. Но ничего. И все получается, да? Ну, вот наши лекарства, в общем-то, все есть. Таблетки эти я выложу тоже. Сейчас они мне особо не нужны. Что у нас будет в этом ящике? В этом ящике будут материалы. То есть то, что идет на крафт. Строительные, я имею в виду, материалы. Вот такие, как, к примеру, лестница, бетон, цемент. Вот это все здесь будет. Остальное я забираю. Земля пусть тоже здесь будет, пожалуй, на... Тут в самый раз. Размещаем следующий ящик. Здесь у нас будет все, что имеет прочность. Например, вот одежда. Различные компоненты оружия, брони. Все, что имеет прочность, будет здесь. Ну и прочий материал будет здесь. Вот в частности гвозди, вот это вот. Дерево, хотя нет, дерево — это строительный материал, пожалуй, хотя... Нет, ладно, дерево пусть будет здесь. Металлы, такое. Так, это, кстати, тоже сюда. Оружие, под оружие нужен еще ящик. Или под... Нет, патроны, пожалуй, пойдут вот сюда вот. Тоже, да? Забираем патроны. Вот, кстати, бандаж, который, по идее, в лекарство должен идти. Так. Хотели сортировки? Вот она. Так. Вот
это в лекарство. Так, это стройматериал. Кстати, вот пистолет я пропустил. Патрончики тоже. Так, кстати, аккумулятор сюда же идет. Он, правда, херовый, но за неимением лучшего пойдет. Может быть, я еще, конечно, изменю концепцию сортировки, да, но пока так. Динамит. Вот. Динамит, наверное, это скорее оружие. Вот. Теперь, что нам нужно? Нам нужно сделать разводной ключ. Давайте посмотрим, что нужно на него. Нужно 12 стали и 4 механические части. У нас 9 механических частей и есть сталь, в принципе. Мы можем сделать разводной ключ. Вот он. Каким-то странным. Так, это что такое? Ха, защита от игроков. Ну ладно, нам это не нужно. Нам нужен разводной ключ. Довольно долго он крафтится. Нам нужна кирка. Стальная кирка. Маловато дерева, но у нас вот здесь вот куча дерева еще. В принципе, можно уже погасить. Забрать вот это все в еду. Выложить. Я знаю, есть таблички, которые облегчают, да, ориентировку. Но пока что это не очень актуально мне. Так, а кирка это крафтится, кажется, здесь. Да, вот она, стальная кирка. Крафтим. Еще 4 минуты. Блин, так мы до утра будем сидеть ждать. И у нас появился рецепт, кстати говоря, бензопилы. Давайте посмотрим, что на нее нужно. Так, а где она крафтится? А, ну походу она в кармане крафтится просто из компонентов. Репейр-киты и вот эти вот... Так, сейчас я соображу. Вот, у нас есть бензопила. В принципе, мы можем ее разобрать и посмотреть, что нужно. Нам нужны части вот эти, которые, скорее всего, можно только найти, да? Да, у нас нету таких частей. У нас есть вот цепь. И мы можем, в принципе, скрафтить вот эту штуковину. Как это, рама называется, кажется. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот у меня есть вот эта штука. И все, да? Но хоть что-то. Хоть что-то. Разберем сейчас мы эту бензопилу. Так. И вот таким вот образом починим. 218 качество, но более целая она теперь. Посмотрим, что нужно на... Как это называется-то? Вот. Кожа, механические части 1, трубки 6 и скотч.
Скотч есть, трубки есть, кожа есть. Вот, мы можем ее скрафтить. Такая же штука вроде бы идет на мини-байк. Но в принципе нас с разводным ключом это будет не проблема добыть ресурсы такие. Крафтится быстро, но вот кирка крафтится медленно, к сожалению. Поэтому пока что я выложу бензопилу. Выложу вот это все. Так, и что еще нам нужно? Давайте посмотрим из стали. Но больше ничего мы в кармане не можем крафтить. Остальное самое интересное крафтится вот здесь. Вот, кстати, смотрите, вот эта вот лампа, которую я так хочу, крафтится аж из стали и электрических частей. Так, ну это мы не можем. В принципе, топор, да, но нужно аж 20 стали. И все получается, больше мы особо-то ничего не умеем. Ну вот эта дверь, смотрите, нужно, кстати, пружинки. У меня есть пружинки, можем скрафтить такую дверь и установить ее там на входе, чтобы зомбачье ломилось в эту дверь. Аж 12 стали, но в принципе, я думаю, что это оправдано. Разве что топор. Но блин. На топор нужно 20 стали. А, это, подожди, это железный топор, у меня не стальной. Починить мне его нечем, да? Ну ладно, давайте я скрафчу все-таки дверь. Все-таки дверь, да, где она тут? Вот такую вот дверь-убежище. Прочность у нее достаточно, чтобы даже, если они начнут в нее ломиться, довольно долго будут ковырять. Так, 4 стали осталось. В принципе, это ни о чем. Выкладываем. У меня есть наконечники, и можно накрафтить еще болтов на остатки. Так. Стрелы стальные мне, пожалуй, уже не нужны. Как и вот эти стрелы. Давайте я это все выложу. А вот лук можно улучшить. Или починить. Ну, немножко и улучшить, да. Но я его тоже выложу. Дубина. Давайте посмотрим урон. Урон здесь 11, а здесь 24. Но чинить ее я не могу, к сожалению. Но пока побегаю с ней, дубину эту буду таскать про запас. Вот таким вот образом. Так, патроны зачем-то я храню. Да, пистолет я хотел еще посмотреть. Разберем давайте вот эти пистолеты. И сделаем из них один. Неплохое здесь качество в основном, да? Получается 147. И вроде бы у меня там еще была запчасть для пистолета. Ну, такого стрёмного качества. Возьмем ее. Все-таки. Rocket Launcher. Так, ну остальное. Давайте посмотрим. Было 147, стало 148. Но это приемлемо. Так. Здесь тоже так себе. Ну и вот это существенно стало лучше. Собираем пистолет. Восемьдесят го качества. Не сильно улучшился он, но мы починили, по крайней мере. Я думаю, что пистолет имеет смысл таскать.
Тем более, что у нас есть 59 патронов к нему. Так. Давайте посмотрим вот это вот. Вот эту вот одежду. Что она из себя представляет. Но шотган мы собрать не сможем при всем желании. Так, кстати, что у нас там? О, все скрафтилось. Отлично. И давайте еще и с бензопилой разберемся. Здесь получается вот эта вот рама сотого качества. У меня получилось 349 аж. Поэтому улучшаем ее слегка. И собираем. О, смотрите, можно еще и... Было бы, можно собрать бур. Но бур я пока не умею, естественно, собирать. Так. Подожди, подожди, нет. Нет, 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 нет. Не то. Вот так и вот так. К сожалению, двигатель у меня, смотрите, уже практически поломался. Надо бы поискать, поразбирать машины, поискать двигатель. 177 качества всего лишь кирка. Не очень крутая, скажем прямо. И ключ, соответственно, такой же. А сколько там надо было на ключ? 12. Но я потратил уже все. Мы не сможем сделать еще один. Пока что. Так, поэтому, значит, вот так. Вот так. Ну, вот это вот, наверное, я... Не знаю, починить. Сможем мы починить? Нет, железа нет вообще никакого. Не сможем мы починить, разве что... Давайте сравним, кстати, урон его. Сравним с... А куда я дел топор? Я опять начинаю все вещи путать, да? Куда я дел топор? А вот же он. Туплю. Значит, здесь урон по блокам идет 31, а здесь 35. В принципе, можно его скрапать. Он идет, кстати, на скрап. То есть железный скраб. Тяпка мне пока не нужна. Этот топорик я оставлю. Так, бензопила мне тоже пока не нужна. Давайте сравнивать одежду. Курточка у меня 19 качества. А здесь вот 205 курточка есть. Ну да, существенно лучше, конечно. Эту в скраб пускаем. Это у нас штаны. Штаны 77 качества. А за место чего они идут? Ну да, в принципе, их можно даже починить. 4, 4, 7. А, ну вот эти получше. Значит, вот эти вот надеваем, а эти в скраб. Этот тоже в скраб. Цена продажи, кстати, смотрите. 134. 539 перчаточки. У меня перчатки совсем плохие, поэтому я вот эти надену, а эти в скраб. Ботинки. 7745. О, эти получше. Цена 10, поэтому в скраб. Свитерочек. Куда он надевается? Ну нет, конечно, вот эта курточка получше. Свитерочек тоже стоит 10, поэтому в скраб его. Но вот эти вот курточки дорогие. Вот это, конечно, получше почему-то. Хотя качество вот этой выше. Стоит на 134, а это 246. Странно. Очень странно. Давайте попробуем починить. Ну, имеет смысл.
Поэтому вот эту куртку я ставлю, это в скраб. Так, ну это остается, естественно, да? Так. Что еще? Тут, а вот, кстати, говоря, запчасть, но такая. Давайте ее скрапнем, потому что она совсем плохая. Очки вот эти. Ну-ка, давайте сравним. Смотрите-ка. 10, 10, 7, 15. А здесь... И чинить мы их не можем. А вот эти... Тоже не можем. Но они получше как-то странно даже, да? Очки дают такие параметры. Но качество у них хорошее. Потом оставим их. А это в скраб. Здесь, скорее всего, будет стекло сейчас. Нет, металл пришел. Да? Да. Вот. Ну, как-то так. А сейчас я с помощью скрапа, вот этого, который мы получили, постараюсь улучшить те блоки деревянные, которые внизу. Так, а дверь у нас на верстаке крафтится, да? Но ночью я не буду разрушать там ничего. Этим мы займемся днем. С помощью скрапа я улучшу... Сначала на входе, да, предполагаемом будущем входе. Там два у нас деревянных блока есть. Смотрите, глючит освещение. Через стену светит. Вот эти я улучшу, а здесь будет дверь. 20 скрапа идет. Но я думаю, что экономить нет смысла здесь. Какая прочность теперь? 1000. Ну нормально. Нормально. Прочность 1000 меня удовлетворяет. Так, ну и здесь тоже. Это лучше бы, конечно, снаружи делать. Ничего, смогу. А все, да, получается. Мы скраб весь использовали. Ну ладно. У нас, в принципе, уже 5-й час. Ночи осталось немного. Давайте посмотрим, что еще не сделано из намеченного, запланированного. Я думаю, что днем к торговцу идти смысла нет. Нечего мне продавать и не на что покупать. Я думаю, что я займусь разборкой машин. В комментариях мне там предлагали всякое, как полезный совет, так и не очень. Сразу отвечу, что я не буду городить никакие там мегапостройки, да, копать какие-то большие ямы. И этого я делать не буду. Ну, просто потому что это бессмысленно. Не настолько я упорот, да, и не настолько планирую заморачиваться так. Потому что скоро, на самом деле, новое обновление. И все это, может быть, потеряет свой смысл. Так, 105 болтов, в принципе, немного, но нет больше чего нет. Нет перьев, да? Все перья израсходовал. Кстати говоря, мы можем сделать еще один ящичек, если скрапнем. Переплавим вот это вот, вот этот скраб, который мы нашли. Да, еще можно сделать один гвоздь. Вполне нам хватит. Пусть доплавляется. Гвоздь и ящик. Ну, например, сделаем оружие. Так, билдинг. Билдинг — это строительство, да, я так понимаю. Ну, давайте сделаем строительный такой ящик. Вместо вот этого получается у нас, да? Заберем сейчас все. Ящик этот сломаю я. Смотрите-ка, он какой... 2 уровня прочности у него.
Строительный ящик станет. Смотрите, как не очень удобно получается. Довольно большой. Но, видимо, в последующем я заменю их все. Поэтому пока так. В этот строительный ящик мы выкладываем все вот это вот дело. Все эти причиндалы. Так, что у нас тут? 18. 18. Но смысла нет. Патроны. Кстати, а можем мы делать патроны? Вот у меня есть пистолет. Патроны. Где у нас делаются патроны? Я знаю, что обычный пистолет не решает. В принципе, нет, не можем делать патроны. Нужно изучить навык. Ну-ка. Ага, тут вот нужно вложиться еще сюда, а потом только патроны. Либо... Я думаю, что мы будем раскачивать вот этот магнум. Тут, правда, нужен 40-й уровень вот в производстве оружия. Либо имеет смысл раскачивать винтовки 7,62. Здесь попроще немножко. Да? Где? Блин, не туда смотрю. Немножко попроще с винтовками обстоят дела. Нужно прокачивать гансмитинг. А что нужно для этого делать? Чем мы прокачиваем этот навык? Стрелы вроде бы прокачивают совсем другое. Да, стрелы прокачивают вот этот weapons meeting. А вот что прокачивает? Ну, очевидно, это изготовление какого-то более существенного оружия. У нас не из чего особенно тут готовить. Я думаю, что эту серию можно считать завершенной. Я сделал хорошее дело, рассортировал барахло и заделал брешь. Поэтому прощаюсь пока что с вами. Встретимся уже с утра. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.